4 дня чемпионата и первенства Северо-Западного округа принесли нашей сборной 19 золотых медалей. Основные конкуренты Ленинградской, Архангельской и Псковской области идут примерно с тем же результатом. Есть одно «но». Наша плавчиха Юлия Снос очки делит на два региона – Ленинградская область и Коми. И такая ситуация практически со всеми сильными спортсменами. Причина простая. После школы они поступают в федеральные спортивные вузы и уже выступают за новый домашний регион. Говорить о том, что у нас нет спортсменов, я тоже не могу. Они у нас есть и растут. Но у нас большой отток спортсменов на уровне кандидатов в мастера спорта и мастеров, которые выезжают за пределы республики. Им предлагают более, наверное, условия хорошие для тренировок. Наверное, более выгодные условия, что ли, будем говорить так, предлагают. Мы стараемся их удержать двойными зачетами. Впервые спортсмены плыли новую дистанцию 5000 метров. Это стало своеобразной репетицией перед чемпионатом России по открытой на открытой воде. Понятно, что для пловцов северных регионов не совсем привычная дисциплина, потому на серьезные результаты здесь наши не претендуют.